Здравствуйте! В эфире «Банкир ТВ». Сегодня в программе. Российский рынок акций закрылся снижением. Банки перед лицом новой угрозы. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Банки обмениваются хакерской информацией. Банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную депозитам. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций завершил неделю в минусе. Индекс РТС упал до уровня 1496,4 пункта. Индекс ММВБ снизился до отметки 1491,15 пункта. Таким образом, рынкам не удалось закрепиться на психологически важном уровне 1500 пунктов, который был протестирован на этой неделе. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, asros.ru и покредит.ру, finarti.ru. 123сервис.ру – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефонам, указанным на сайте 123сервис.ру. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123сервис – ваш ключ к успеху. О вызовах времени для отечественных банков в интервью «Банкир.ру» рассказал руководитель направления по развитию бизнес-решений для финансового сектора компании Microsoft Андрей Трифонов. По его мнению, добавить банковскую лицензию к развитому нетрадиционному финансовому сервису сейчас довольно просто и недорого. За последний год, напоминает Андрей Трифонов, появилось много настораживающих новостей для традиционного банкинга. Это начало предоставления финансовых услуг мобильными операторами, активизация популярных интернет-ресурсов в части предоставления посреднических финансовых услуг, грандиозный рост оборотов терминальных сетей. Не говоря уже о выходе на рынок связного банка, внедрении виртуальных карт и мгновенных платежей карта-карта международными операторами пластика, распространении электронных кошельков. Все это реальные угрозы классическим банкам, особенно в части розницы малого и среднего бизнеса, предупреждает эксперт. Представитель Microsoft оценил срок, по истечению которого активность небанковских игроков начнет заметно отнимать рынок и маржу у банков. Он предположил, что горизонт этой угрозы около 2 лет, что с учетом продолжительности сложного проекта в банке в течение 12-18 месяцев является достаточно коротким сроком. Полностью интервью с руководителем направления по развитию бизнес-решений для финансового сектора компании Microsoft Андреем Трифоновым читайте на порталах банкир.ру и покредит.ру, 123кредит.ру. Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании MaxiForex Владимиром Сивашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Мы уже говорили на прошлой неделе о том, что развитие ситуации в Европе начинает приносить некоторые позитивные результаты. И действительно, ценовая динамика евро-доллара подтвердила это предположение. Курс единой валюты активно рос на торгах прошлой недели и уже отыграл падение начала 2012 года. Результаты прошедших аукционов по продаже гособлигаций Франции и Испании также убедительно показали, что долговые рынки этих стран все еще ликвидны, а их ценные бумаги продолжают пользоваться спросом. Несмотря на углубление долгового кризиса в еврозоне, инвесторы даже увеличили объемы европейских активов. Таким образом, кризис пока еще не привел к бегству капитала из региона. Хотя такой риск, с учетом возможного усиления рецессии в Европе, сохраняется. В этих условиях, а также ориентируясь на техническую картину по данной паре, предполагаем на следующей неделе завершение ее нисходящей коррекции в ценовой зоне 1.2847-1.2785, а затем возобновление подъема курса единой европейской валюты ориентировочно в ценовой диапазон 1.3045-1.3138. В этой области вполне вероятно новое снижение пары к целевым уровням 1.2624, 1.2587, 1.2525,
1-24-56. Достижение этих целей нисходящего движения мы ожидаем в течение ближайших недель. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru. Десять лет назад термин BPM, управление эффективностью бизнеса, был практически неизвестен в отечественных банках. Сегодня концепция BPM прочно вошла в банковскую практику. О том, как еще сравнительно недавно IT-компаниям приходилось выступать в роли первопроходцев и рассказывать банкам о пользе новых автоматизированных BPM-систем, пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, Юлия Америди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab. В конце 1999 года, когда появилась Intersoft Lab, вспоминает Юлия Америди, разработка информационных аналитических систем для банков и предприятий была совершенно новым делом в России. Нужно было познакомить рынок с технологиями, связанными с хранилищами данных, популярно объяснять, в чем их суть, аргументированно доказывать их преимущества. Сегодня концепция BPM прочно вошла в банковскую практику. Доказательством тому внедрение автоматизированных BPM-систем в более чем 80 банках и холдингах, констатировала эксперт. Полностью колонку заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab Юлия Мериди читайте в клубе экспертов на портале банкир.ру. О способах защиты банковских данных и о том, как банки совершают нарушения в борьбе за собственную безопасность, в интервью банкир.ру рассказал генеральный директор компании Group IB Илья Сачков. Дело в том, что мошеннические атаки на банковские информационные структуры учащаются и совершенствуются. Банки в ответ создают негласные союзы и обмениваются информацией на свой страх и риск. Прогрессивные банки сознательно идут на нарушения, в частности, обмениваются информацией о персональных данных клиентов, пополняя черный список хакерских адресов. Позиции банков по этому вопросу различаются, отметил Илья Сачков. Есть три очень крупных банка, которые вообще не хотят слышать об обмене информации. Есть те, кто работает только на прием, а сам ничем не делится. И есть активные участники обмена. Сейчас в этом негласном союзе активных борцов с киберпреступностью участвует около 30 банков. Конец цитаты. Полностью интервью с генеральным директором компании Group IB Ильей Сачковым читайте на порталах банкир.ру, ипокредит.ру, 123кредит.ру. Банкир.ру готовит онлайн-конференцию под названием «Депозит-2012». Конференция проводится совместно с журналом «Банки и деловой мир», порталами tatcenter.ru и покредит.ру при поддержке Ассоциации региональных банков России. В онлайн-конференции принимает участие президент Ассоциации российских банков, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, модератор форумов «Клиентский зал и депозиты и страхование вкладов» банкир.ру Алексей Лаврищев и другие эксперты. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Депозит-2012» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, asros.ru и покредит.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123service.ru, finarti.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.